Здравствуйте, друзья, с вами Game Show Studio, и мы находимся на гранд-финале TechLabs Cup 2013 в Москве, и со мной стоит человек, которого вы прекрасно знаете, представитель команды Astana Dragons, Егор Маркелов, он же Маркелов. Привет, Егор. Здорово, здорово. Поздравляю, в первую очередь, с победой. Очень была напряженная карта, вот, которую вы проиграли, но со счетом 2-1 довольно уверенно в последней выиграли. Вот несколько слов об игре в целом. Ну, на первой карте мы начали очень хорошо, взяли пистолеты 2 в 5, ну и начали уверенно набирать раунды, но было заметно и в первой половине, и тем более во второй, что просто не убивали, стрельба подкачала, из-за этого проигрывались все раунды, потому что, ну, люди не убивали на своих позициях, поэтому проиграли, потом перешли на следующую карту, ну и все пошло, то есть начали попадать то, что должны были, и то, что не должны были, в итоге, ну, в любом случае, все хорошо, что так получилось. Ну вот, была ли это такая принципиальная победа в плане того, что команда Universal Soldiers, да, она прошла по сетке виннеров, то есть не проиграла, в принципе, за турнир ни одной карты, да, вот так их уверенно выиграли вы в финале? Не, ну, я не особо удивлен, то есть, там, не буду хвастаться, но, ну, мы хорошо играем, мы хорошо можем играть, ну, и просто показали свою очень хорошую игру и стрельбу. Но принципиальным матчем я это не назову, скорее принципиальные матчи были с Na'Vi. Вот. Да, вот конкретнее как раз-таки по Na'Vi, что произошло? Просто было нереально сложно играть против них. То есть, они знают полностью, как мы играем, и мы знаем, как они играют, и вот... И вот ничего не можем сделать. То есть такие вот майндгеймсы, да, начинаются, ну, в принципе? Можно и так сказать, но да. Ну, было очень тяжело и принципиально. Ну, и мы брались против них, хотели у них выиграть, и они наоборот. Им тоже принципиально, наверное, это. В общем, самые основные... Ну, основная победа была, конечно, вот вчера в Na'Vi, в финале лузеров. Ну, а в финале мы просто показали отличную игру. Да, действительно, игры были действительно отличные. А какие планы вот на ближайшие турниры? Что планируете посетить? Какой вот LAN-эвент, на котором за вами можно будет посетить, поболеть? Ну, ближайший, самый крупный в истории Counter-Strike турнир будет DreamHack в Швеции в Йодчопинге. Мы к нему будем, ну, мы к нему уже готовимся пару недель. Ну, еще осталось до него 2 недели или около того. Мы возвращаемся сегодня же на тренировочную базу и будем продолжать тренироваться к нему. С визами проблем не будет? Нет, визы есть. Отлично. Привет и поздравления какие-то. Спасибо. Спасибо всем, кто болел. Отдельное там привет, спасибо моей семье, всей огромной, которая за меня болела. Ну и всем фанатам и хейтерам привет. У нас в гостях был Егор Маркелов, специально для Game Show Studio. Пока, друзья. Спасибо.